Сегодня вам расскажу или сделаю обзор мотоцикла Kawasaki ER6N. Попросил меня сделать этот обзор мой сосед, так как он планировал взять этот мотоцикл в гараж, но не для себя, а для дочки. Дочка у него делает права, и ему и ей как бы этот мотоцикл для новичка. Что о нем думаю, как я вообще смотрю к этому делу, так как у меня тоже Kawasaki, он просто посмотрел, вроде как бы и фирма хорошая, и все ему нравится. Вот, ну, я расскажу, значит, что из этого дела вышло. Рев моторов сотрясает наши города. 2 на 4 мы не променяем никогда. Это наша жизнь и это наша судьба. Родные по духу всегда поймут меня. Рев моторов сотрясает наши города. 2 на 4 мы не променяем никогда. Это наша жизнь и это наша судьба. Родные по духу всегда поймут.